Скринсейвер Хликло. Приветствую вас. Представляю вашему вниманию экранную заставку в виде электронных часов. Довольно-таки оригинальные часы, симпатичные, на мой взгляд. Это официальный сайт, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Здесь можно выбрать язык, русский. И вот это Хликло для Mac, Windows. Это заставка, которая позволяет сделать ваш рабочий стол как флип-часы. То есть на рабочем столе будут отображаться красивые электронные часы. Во время простоя компьютера будет такая экранная заставка. Опускаемся ниже. Системные требования. Windows XP Vista 7.8. Ну, на десятке тоже работает бесплатно. Нажимаем «Скачать для Windows». Сохраняю на рабочий стол. Скачался архив. Закрываю браузер. Открываем архив двумя кликами. Правой кнопкой кликаем. Распаковываем. Извлечь в указанную папку. Ну, я на рабочий стол. Вы можете выбрать папку. Я для наглядности на рабочий стол. Окей. Закрываем архив. Вот наша папка. Архив уже не нужен. Удалить. Открываем нашу папку двумя кликами. Вот здесь Redmi, текстовый файл, почитать можно на английском языке. Закрываем. Это донат, PayPal донат, заплатить автору по желанию. И вот наш файл XE-шный, Хликло Setup. Два раза кликаем по нему. Открывается вот такое окно программы. Заставка. Вот так будут выглядеть часы на компьютере. Здесь нет Хликло, пустой экран, фотографии. Но фотографии здесь скромно. Такая вот фотография. Интервал. Через сколько минут простоя компьютера будет показываться наша заставка. Ну, здесь 1 минута по умолчанию стоит. Пусть будет, можно выбрать. Здесь 2 минуты. Ну, пусть будет 1 минута. Здесь параметры. Вот такие часы, 24 часа, 12-часовой, ну, ставим 24, здесь больше-меньше, по умолчанию 100%, ну, пусть будет 100%, закрываем. Здесь можно посмотреть, как это будет выглядеть, нажимаем просмотр, и вот так это будет выглядеть. Я считаю, симпатично, оригинально, мышкой двигаем. И исчезает. Здесь начинать с экрана входа в систему. Галочку ставим, чтобы загружалась вместе с Windows. Но я разницы не заметил, в принципе. И нажимаем применить. Окей. Это закрываем. И вот мы ждем минуту, чтобы экранная заставка включилась через минуту. И появляются, через минуту появляются вот такие симпатичные, на мой взгляд, часы. Оригинальные, мне нравится. Мышкой двигаем, и они исчезают. Или, может быть, если долго придется войти в систему, 2 раза Enter нажать. Если нам нужно, чтобы заставка не показывалась, мы здесь выбираем «Нет». Заставка показываться не будет. Применить. Окей. В принципе, все. Пишите отзывы, замечания, пожелания, вопросы в комментариях под этим видео. Ставьте лайк, если видео понравилось, или дизлайк, если не понравилось. Подписывайтесь на канал. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Спасибо вам. Всего доброго, удачи. До свидания.